Рай запретен для всех, пока в него не войдут Мухаммад и его умма. Пророк Муса алейхиссалям спросил, кто же это умма Мухаммада? Всевышний ответил, это общины, члены которой всегда восхваляют меня, постятся днем, встают ночью и поклоняются мне, и поклонение их, даже незначительное, будет принято. Я веду их в рай из-за того, что они произносят «Ла иляха илляллах». Тогда Муса алейхиссалям воскликнул, «О Господь, сделай меня пророком этой уммы». Всевышний сказал, «Их пророк будет из них же». В конце концов, Муса алейхиссалям взмолился, «О Господь, сделай меня хотя бы из числа этой уммы». И на это Всевышний ответил, «Ты не увидишь их, эта умма будет последней. Я сведу тебя с ее пророком Дарул Джаннати, то есть